Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и ночной ужас начинается в игре Dead by Daylight. Мы сегодня вместе с охотником будем охотиться на новых выживших. Новое свежее мясо подвезут, а мы берем уже вкусняшки, устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Ух ты же. Сегодня нас ждет, друзья, самый настоящий профи, потому что сегодня компашка собралась довольно профессионально. Хорошо, берем уже капканы, растаем капканы, поймаем сегодня всех и, конечно, будем их истреблять. Будем наслаждаться их не смертью. Кстати, кажется, я кого-то заметил уже как раз в доме. Я вижу следы, я вижу кого-то, сейчас найдем, конечно, и будем уничтожать. Ну, ребятушки, я тут уже! Эх, это страшно бил. Это вояка бил нас, и как раз он попался, друзья. Он пошел в окошко, мы тоже в окошко. Первое свежее мясо уже есть на подходе, и сейчас будет потеха. Я вижу, Био убегает не слишком далеко, он убежал, и практически у меня в руке уже. Ах ты да. Давай пойдем на это сюда, Био. Нет. Я хотел ударить, не получилось. Ну-ка, бежим здесь. Био, я вижу тебя прекрасно, хорошо, я бегу с левой стороны, и будешь ты у меня уже... О-о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 -
перебил, походу, мне куда-то убежал. Ну, это не есть хорошо, конечно, получилось не очень удобно. Ну что ж, друзья, поставим ловушки, и сейчас начнется охота. Охота началась уже, я видел Бива, он уже раненый и где-то истекает кровью. Кстати, можно как капканчик забрать. А у нас сегодня будет профи. Ребята, профи реально прокачанный. Я вижу, есть первый шум, побежали туда. Кстати, карта у нас не очень топовая, слишком темно, слишком много этого тумана, и я вижу топ, вижу топ. Сейчас устроим топчик, иди ко мне, хороший. Какой ты прокачанный чувак. Я такого еще ни разу не видел, друзья. О, как получилось, хорошо. Как хорошо получилось, я решил подсветить фонариком. Нет, нет, я сейчас этого дела уничтожу и продолжу охоту. На топчик мне нужен вот этот топчик, друзья. Это реально уже по-спортивному. Взять его и просто отправить его в топ. Слушайте, он просто стоял и смотрел. Он ждал меня, что ли? Он ждал меня, и я пришел к нему. Куда он делся? Я вижу тебя. Эх, и что было? Налево, направо, куда ушел? Оп! Топчик у меня в руке, обалдеть! Берем тебя, мой друг, и пойдем на крюк. А, жесть, друзья. Первого взяли и тащим его на крюк. Кстати, его уже подотдали, и все, он живой. Сейчас, секундочку, топчик, погоди, я тебя подвешаю. Я не знаю, что это чувак, как он прокачан круто, я в эту игру не профи, но, друзья, мы ищем остальных. Кстати, есть капканчик, можно поставить один капкан и как раз другой забрать. Конечно, можно просто покемперить, постоять на месте, но, ребята, починят все генераторы, пока что будем просто стоять на одном месте. Так что нужно побегать, поискать других, чем мы сейчас и займемся. И, кстати, можно поставить капканы где-то неподалеку здесь. Повиси, подумай о своем поведении, а мы поставим капканчики прямо вот сюда. Ребята из окошка вылазят и прямо на капкан. Обалдеть, просто гениально придумано, конечно же. Ребята, куда вы заныкались, я вас все равно сегодня найду всех. Ну, по крайней мере, я буду пытаться вас искать. И, конечно, так, это щелк у нас хрипит. Чего хрипит? Никто у тебя, никого здесь нету. Ребятишки, куда вы заныкались? Появляйтесь. Осталось всего лишь 3 генератора и осталось 3 чувака. Есть, конечно, этот пойдет уже в ад. Сегодня раздаем билетики в ад прямиком. И бесплатно пробежал. Прям передо мной. Как то получилось-то? Стой. Стой, моя хорошая. Она, по идее, отвлекает меня, а другие пошли спасать. Не тут-то было, я вижу чувака. Это не Бил, это чувак. Не тут-то было. Я сегодня маленько покемперю, и я постою на месте. Мы не дадим возможности. Они, кстати, забегали, занервничали. Это, походу, их лидер. Иди ко мне. Еще и Бил здесь. Здесь все собрались. Ох, друзья, да. Что надо, о том я и говорю. О том я, друзья, и говорю. Так, идем спасать. Идем спасать вон того топчика. Так, бросай его. Бросай Бил. А нет, Бил можно взять, в принципе. Хорошо, Бил берем. Чувака спускает. И мы сейчас... О, кто-то попался! Нет, секундочку. Так ни дело не пойдет. Нет. Мне нравятся эти ребята. Обалдеть, я вас просто обожаю всех. И вы такие дерзкие, вы такие наглые. И что с вами делать, друзья? Сейчас проставим еще один капканчик. Где его можно взять? Его можно взять. И сейчас мы его установим прямо сюда же.
Найс. Найс, мне это нравится. Мне фотки это уже нравится. Все такие активные, все такие шустрые, бегают и пляшут передо мной. А я все пытаюсь вас найти. Есть еще один капканчик. Бил, конечно, не такой смышленный и наступил на него. Да, слишком темно, слишком, конечно, на чертовски темно, я скажу. И тут практически ничего не видно. Я вижу Бива, который висит, даже не сопротивляется. Я вижу остальных, хотя их не вижу, но я чувствую их запах. Запах дичи скоро будет передо мной. Но черт возьми, они реально будут чинить генераторы. И это не играет мне на руку. Мы поставим здесь снова капканчик на этом месте. Это уже удачное местечко. Мы поставим и будем ждать ребёшку. Так, Бива не спасает. Я, походу, сегодня решил покемперить, посидеть на одном месте. Но мне хочется как-то взять. Я хотел брать того чувака, но получилось Бива. Ну что, еще, конечно, не вечер, и мы возьмем и всех. Так, ну что, сопротивляется, осталось 50% жизни, и, ребята, где вы? Я вижу много следов, вон именно, вон там, а. Где-то прям в углу кто-то у нас засел, стопудово. Черт возьми, забыл добавить яркость монитора, тогда можно прекрасно... Я вижу. Ох ты, да. Как получилось-то, дерзко, очень дерзко, идет спасать. И кто у нас жертва? Красотка на земле, Бил убегает, Бил только далеко не убегай. Черт возьми, только далеко не убегай. Стой на месте, чувак. Ты старый, мудрый и очень старый. Очень старый. Мы берем тебя и потащили на круг. По идее, уже красотку могут поднять, но мы потащим тебя, кстати, на тот самый крючок. А нет, у нас есть поблизости крючочек, и осталось 50% жизни. Сейчас я тебя подвешу. Кстати, были слева следы, я вижу. Здесь кто-то уже, походу, шустрает. Так, Бил отправляется уже в преисподнюю, что ли, друзья? Да, походу преисподняя, а красотка у нас ползает. Где только ползает, одному богу известно, друзья. Я даже не знаю, где она бегает, где она ползает, но ее смогут спасти, это точно. Хорошо, побежали по генераторам. У нас осталось всего лишь один генератор и два чувака на ногах. И одна у нас ползает, по идее. Хорошо, будем искать остальных. У нас тут не чинили. Пойдем в ту сторону. О, есть следы, кто-то тут у нас есть. Здесь у нас никого нету, мне нужно пройти все генераторы и побольше капканчиков ставить. Это обязательно, друзья. Но мне кажется, пойду туда именно поднимать красотку. Но я пока что никого не вижу. Потому что карта отвратительная и, конечно же, мне нужна другая карта. Давненько у нас не было других... Был шум неподалеку, я пошел туда, как раз отвлекает маневр, и нет, пытается починить. Сейчас мы пришли сюда, прям в гости на огонек. Кто у нас тут там? У нас тут никого нету, пытались починить, и что у нас? Есть шум. А, прям в окошко. Как я не заметил, О, поможем поставить капкан. Ах, нет капкана, что ли? Он ушел направо, кажется. Черт возьми, он ушел направо, и кто знает, как он убежал. Хорошо, понятно, у нас там есть генератор, у нас есть еще один капканчик, и можно... кстати, у нас красотку поднялись, уже подлечили, именно где-то там. Нужно пробегаться быстро по генераторам и, конечно, все-таки выносить эту ходку, потому что еще три выживших, и нужно пытаться хотя бы поймать еще двоих. Ну как же... О-о-о-о-о-о! Заметил, все нормально. Все нормально, он будет мой. Ну, практически будет мой. И, кажется, защелкнулся капканчик, если мне не послышалось. Что будешь делать? Оп! Обалдеть! Как мне нравится эта игра. Ну что, берем чувака, ты у меня сегодня свежее мясо. И, кстати, крючок прям неподалеку, прям вот тут-то. Ух, сколько крючков сразу красных. Я столько уже давненько не видел. Так, ну что, у нас нет капкана, по идее, есть капкан вот тут-то. Где-то прям за углом был. Или не показалось? Нет, точно где-то был. А, вон там есть капканчик, можно подобрать и поставить где-то прям поблизости. Потому что мне нужно поймать хотя бы еще одного. Ходка будет нормальная, двоих возьмем и будет найс. Так, заберем капканчик, вернемся к чуваку. Ну, по идее, ребята будут чинить генераторы и будут уже, конечно, пытаться тебя спасать. А мы поставим капкан куда-нибудь вот... О, как раз будут ребята бегать как раз вот тут-то. И можно поставить прям вот сюда. Обожаю эти капканы. Хорошо, ждем остальных. Я уничтожу этот генератор. Они сейчас топут до очень последний генератор. Может, конечно, пробегаться. Но будем ждать именно где-то вот тут. Будем ждать, смотреть, наблюдать. Генератор у нас есть там и там. Один, второй и третий. Кстати, можно пробегаться. Да, можно маленько пробегаться. Туда и туда.
Пытались починить. Нет, ничего страшного, вернемся обратно. В принципе, генератор... О, я его снимаю. Нет, ребята, не тут-то было. Не тут... Я промахнулся. Иди на капкан, иди на капкан, там жестко будет. Там очень жестко будет, очень больно. Чувак, стой на месте. Да. Он мой, конечно же, и будем у вас снова на крючок, друзья. Находятся генераторы все рядышком, так что можно еще выносить эту ходку. О-о-о, только не фонарик. Не-не-не, там топчик. Этот топчик мне реально маленько накаляет. Дай пройти, я подвешу и сейчас с тобой займусь. Я тобой займусь, куда ты делся? Вон, друзья. Он, по идее, отвлекает меня, а красотка, по идее, будет его... Что же творится, друзья? О чем я и говорю? Нет, красотка не спускает. У нас тут есть капканы, это найс. И что у нас? Еще генератор там находится, и там они очень близко находятся. И, конечно, можно эту ходку еще спасти. Чувак. Чувак. Оп. Иди отсюда, иди подальше, пока я добренький. Вот генератор последний остался, и практически его починили. Вернемся обратно, потому что там у нас есть красотка, которая, по идее, бы должна спасти его. Нет, не спасет. Еще не спасет его. О, ходка очень напряжена, очень потно. И что, чего? Ну, глотается? Ну-ка, иди-ка сюда. Это наглость, это полная наглость. Мне нужно брать тебя уже. Я обойду быстренько, О-о-о, его спустили, нет, топчик, мне нужен вот этот топчик, друзья. Только, нет, только не фонарик, как терпеть не могу эти фонарики. Эх, давай побегаем. Сейчас ребята будут чинить, пока что будут бегать за этим чуваком, за этим топчиком. Мне нужно его взять, я хочу его пощупать, наконец-то, все. Ты мне разозлил, я иду на тебя. Сейчас будет жесть, сейчас чувствую, будет жесть. Сейчас будет потеха, куда ты пошел, налево, направо. Не, я тебя вижу, я тебя прекрасно вижу двумя глазами, можно, в принципе, одеть очки и увидеть четыре глаза. Чувак пролез, да как же так, я пошел сюда. Я его обманул, друзья, ну буквально чуток не хватило. Как же я его обманул, это было реально круто. Я пошел сюда, типа, ну пошел сюда, ах ты жесть, он убежал дальше, как же жесть, мне не повезло. Ох, можно войти в дверь, И что у нас, есть капкан, друзья, оп, обалдеть. Жесть, я его взял. Кстати, у нас чувак на капкане. Как же мне ходка это нравится. Ну-ка, секундочку, сейчас мы чувака подвесим. Осталось буквально чуток. И что у нас? Отключился один. Ах ты май гад. Потная ходка. И что, друзья? А у нас осталась последняя красотка, походу. И что делать? Идем искать ее. Где она? Где она, друзья? Я не знаю. Нет, друзья, она, походу, убежала. Ну что, была интересная охотка. Если все понравилось, пишите комментарии. И увидимся в других ужасах. С вами был Спикер, как всегда. До новых ходки. До новых ужасов. Всем спасибо и всем пока.